привет, котики и зайчики, девочки и мальчики, с вами я, Ангелина. Сегодня у нас мукбанг, моя рыбка, которую я готовила в прошлом видео. В общем, у меня вот такая вот, я ее запекла, получилась вот такая рыбка у меня. Она очень сочная, это кита, пюрешечка, сверху полила бульончиком, тут лук, рыбка. У меня сейчас дети покушали, очень вкусно получилось. Я так чуть-чуть клюнула, попробовала. Очень сочная. Вот готовьте по моему рецепту, вообще супер, супер рыбка. А также я тут помыла себе огурчиков. Сейчас вот такие молоденькие огурчики, прям супер. И что там, имбирек у меня тут доесть надо, чуть-чуть остался. И томатный сок налила. У нас уже вечер. Прошел дождь. Ладно, попробуем есть, охота не кушала, не ужинала. Сейчас мы попробуем мою рыбку. Ну, я уже попробовала, она вкусная, она сочная. Кожицу не буду есть, так как она у меня что-то не почистилась. Так. Ну, в киту я так не готовила. Я готовила горбушу так, по такому рецепту. Она сочная прям. Класс. Вот попробуйте, приготовьте именно. Именно как я делала, у меня видео в прошлом. Хлебушек. Ходили сейчас к маме вот вечером, пока я доготовила. Муж говорит, идите, сейчас дождь начнется. Ну что, мы вышли. Ладно, зонтик взяла я. Пошла с сыном и с дочкой. Класс. Так давно рыбу не ели. Ну, я такую вот именно. Соленую-то ели. Ну, короче, вышли. Почти до мамы дошла, она у меня рядом живет. Как ливанул дождь. Прям ливень. Долбанул. Короче, немного мы промокли. Так у мамы чуть-чуть посидели. Уже огурцы надо мариновать. Такие маленькие огурчики прям продают. Ну, 60 рублей стоит еще у нас килограмм. Я не помню. По-моему, до 30 рублей у нас в том году падали. Падала цена. Тогда можно покупать на маринование. Ну, солить на зиму. Огурцы. Я пришла с мамой. Муж говорит, я уже этот вакбеляш съел. Мы сегодня заезжали в этот в пит-стоп, у нас есть. Там выпечку хорошую такую делают. Чебуреки вкусно пекут. Вакбеляши, пирожки. Там все делают. И бургеры. Ну, купил себе вакбеляшей домой. Вон, пока нас не было, он тут вакбеляшами, короче, баловался. Ну, он рыбу, не знаю, у меня муж как-то рыбу не очень любит. Сушеную любит там вот, не знаю. Не рыбный он человек. А я что-то прям по рыбке соскучилась. Уже эти курицы, свинина, уже мясо надоело вообще. Мы на отдыхе когда были вот сейчас. Ну ладно, там первый день. На второй день уже люди все жарят шашлыки, такая вонь в комнате.
со всех сторон. Дымят, короче, шашлыки. Муж говорит, фу, я уже не могу нюхать. Это запах. Особенно, когда начинают разжигайку эту дымить. Такой химический запах этот. Короче, обвонялись этими шашлыками уже. Рыбка сочная прям. Очень сочная. Прям вот я не знаю, как вам показать. Вот сок прям с нее капает. Вот. Вот какая сочная она. Рыба. Кайфуши. Вкусно. Сейчас от мамы шли, так холодно на улице уже. У нас завтра 19, по-моему, градусов, потом все похолодание начинается. В куртках будем ходить. Завтра весь день дождь стоит. Не знаю, когда дождь, блин. Не люблю. Но, с одной стороны, пусть прохладно, но дождя неохота. Потому что грязь, не выйдешь больно погулять, там с дочкой погулять не выйдешь, потому что грязь. Поэтому вроде не люблю я, короче, такую косточку. Там мало косточек в горле, в ките в этой. Так, кожу я убираю. Я у отца вот сейчас была, когда у мамы. Говорю, у меня вот эта рыба, говорю, никак не могла ее почистить. Он говорит, да не, ну типа это, ничего страшного. Просто, говорит, кожу не ешь, все. А что-то она у меня никак не очищалась, блин. Такой бульончик прям. Надо вилку пластмассовую брать. У меня, кстати, есть, я все забываю ее взять. С огурчиком. Что-то Дашка не захотела рыбу есть. Поела пюре, и все. Не знаю, что она. И правильно, у бабушки были. Чай попила там с вафлями, тортик был маленько. Я не стала есть. Ну что аппетит перебивать, ладно. Дашка поела, и все. Аппетит перебила. Ой, такой ветер у нас дует, вон. Слышно. Вот эту ночь спать будет хорошо, прохладненько.
мы хотели дыньку купить. Муж мимо проскочил. Мимо рынка. Что-то арбуз надоел уже. Дыньку надо купить. В этом году сладкие дыни. Ну, арбузы тоже хорошие. Классный рецепт рыбы. Готовьте. Вот именно такие сорта рыбы, которые сухие. Будет вкусно. Ну, кусочек рыбки съела, хватит. Даже имбирек сюда есть уже. Чуть-чуть осталось тут его. Что-то захотел свежих. У меня соленые есть огурцы стоят. Хотела открыть сейчас. А потом думаю, как-то рыбу с солеными огурцами. На, лучше свежие. Докушала. Сейчас дожую. Время почти 10. Я только кушать. Ужиную. Села. Не хочу хлеб. От рыбы руки такие липкие становятся. У меня томатный сок. Сейчас за ваше здоровье выпью и все. Все, я с вами покушала. Всем тоже приятного аппетита. Может, кто-то там что-нибудь жует вечерком. Ночной дожор. Ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем спокойной ночи. Или хорошего вечера, у кого что. Всем пока-пока. До скорой встречи.